вечер, почти уже доброй ночи. Мы с вами находимся на стадионе Сантьяго Бернабеу, где сейчас начнется первый матч в сезоне мадридского Реала. Это всегда волнительно, почти так же волнительно, как и первая игра Барселоны. Ну, впрочем, это я, конечно же, шучу. Это, в принципе, волнительно. Но, тем не менее, может быть, менее волнительно, чем всегда. Потому что все-таки сезон предстоит Реалу особенный. Сезон, когда испанский чемпионат действительно, как пишут многие, что является полной правдой, становится чемпионатом-донором. И в нем остаются 2,5 клуба, претендующие на высокие места. Это Барселона, чемпион, Реал, который пытается ее свергнуть с трона, и, возможно, Атлетико Мадрид. Среди остальных Бетис, состава которого я начну рассказ о сегодняшнем матче. В воротах номер первый. Это не все так было в Бетисе. Стефан Андерсен, датский вратарь. Начо, 23 номер, играет в обороне слева. Он капитан команды. Справа играет второй номер Чика, опытные футболисты. В центре Берки, номер 15, и Баулау, номер 3. Пара защитников, которые в прошлом сезоне были в команде, но все-таки вместе на поле выходили нечасто. Перки был игроком подмен. Матилья, номер 5. Довольно молодой игрок. Располагается на месте одного опорного полузащитника. Нигериец Эммануэль Носахаре и Ебор, а проще Носа. Он, собственно, представляет собой второго опорного защитника. У него 20 номер. Перед ним 50 номер Вердю, который перешел сюда по свободному трансферу из Эспаньола. Номер 22 Седрик, скорее всего так. А может быть и Седрик, он конголезец. В принципе, французский язык принят, но давайте присмотримся. Седрик, номер 22 на левом фланге. И на правом Хуан Фран, номер 11. Это один из многих Хуан Франов. Разберемся в Хуан Франах позднее, когда состоится вся картина переходов. 11-й Хуан Фран на правом краю. И прекрасно с нами известный Хорхе Молина, центр-форвард, он здесь и остался. Атакует мадридский Реал. Мяч влетает в ворота Бетиса от ноги защитника Перки. Ну и у Карло Анчелотти почему-то в правом глазу небольшое кровоизлияние. Но здесь был офсайд. И поэтому Перки придется повторить при случае. Состав мадридского Реала. В воротах сегодня Диего Лопес. В защите слева Марсело, 12-й. Справа Карвахаль, новый футболист, номер 15-й. Карвахаль сегодня дебютирует в основе Реала. И для него это событие, потому что он воспитанник Реала. В центре Пепе, 3-й номер, Серхио Рамос, 4-й. Полузащитники, 6-й номер Хидира в опорной зоне. Перед ним 23-й Иско и 19-й номер Модрич. Тройка нападений. Слева направо 7-й Криштиану Роналду, 9-й Бензема и 10-й Озиль. Карло Анчелотти, главный тренер Реала, и, естественно, Пепе Мель, по-прежнему главный тренер Бетиса. Ну и сегодня у нас новый арбитр, молодой арбитр Хиль Мансано. Опасный момент, и Бетис, пожалуй, первым. Собственно, Бетис уже второй наносит опасный удар по воротам, просто первый был по своим и извне игры, а теперь по всем правилам и по чужим. Давайте посмотрим, как это получилось. Защитник Начо набрасывает мяч. Хорхе Молина головой легко опережает здесь всех. И Диего Лопес, счастливо избегнув стачки с штангой, отбивает мяч на угловой. Хорошее начало. Я полагаю, что в этом сезоне, за исключением двух матчей, имеет смысл всегда переживать за соперников Реала и Барселоны. Потому что по определению расклад сил в пользу этих команд. Ну и, естественно, мы хотим борьбы, мы хотим неожиданностей, мы хотим какого-то азарта. Вы меня можете в этом не поддерживать, но я к вам не прислушаюсь. Второй угловой подряд. Ворот Реала. Марсело чем-то смешит конголезец Седрик, который, кстати говоря, перестригся перед этим сезоном. До сего момента он носил дреды и в таком виде красуется на всех, так сказать, открыточках и прочих фотографиях в связи с своим приездом. Вот он снова здесь на фланге. Ну, уже приехал сюда Карвахаль, вот мы его же с вами уже видим.
давайте тоже его узнавать в лицо. Хотя, конечно, он уже известный игрок, он уже за Ливеркузен провел целый сезон. Наверное, помнит что-то по-немецки. Он уже на молодежном чемпионате Европы победил со своей сборной вместе. Правда, там он не играл толком. Играл прекрасный парень из Барселоны на правом фланге. Диего Лопес увидел сейчас мяч в игру. Пока игра очень обнадеживает. Витязь не собирается сдаваться. Это приятно. Иско. Он в центре поля. Под номером Майкла Джордана. Номер 23. Двузначные номера большие. За пределами первых 11. Еще не очень стали такими популярными. А среди футболистов еще нет в них той намоленности, что в великой десятке или в харизматичной девятке, ну или в семерке, например, да. Но тем не менее 23 номер уже ожил, уже зажил своей жизнью. И даже Андрей Аршавин как-то раз дерзнул его на себя надеть. Третий угловой ворот Реала. Как мы с вами видим, желтая шевелюра Серхио Рамоса, похоже, не прижилась. Потому что никого желтоголового в составе Реала сейчас нет. Да, вот он, четвертый номер с капитанской повязкой. Ну, а вот и Берки. Как видим, ему не досталось, видимо, тренировки. Хочется верить, что именно на тренировке, а не в бытовой ситуации. Урожденный француз, играющий за сборную Польши. Марсел выбрасывает мяч. Вы знаете, я не хотел бы сегодня много времени посвящать разнообразным трансферным сагам. Но тем не менее скажу, что вот совершенно неожиданно для многих возникла ситуация интересная в Монако, куда перешел Радамель Фалькао. И вот сейчас ситуация, собственно, связана с тем, что, как вы знаете, Монако, играя в чемпионате Франции, представляет страну, которая называется Монако. Так уж получилось. И во Франции гигантские налоги, а в Монако налогов нет. И функционеры футбольные решили, что Монако, если хочет играть во французском чемпионате, то им необходимо платить налоги такие же, как и все остальные французские команды. В другом случае это создает неравенство. Честно говоря, я не очень понимаю юридическую базу, потому что а кому Монако должно платить налоги, собственно говоря? А кому? Все равно же футболисты являются резидентами этой страны. Но я еще раз говорю, то, что нам непонятно, не обязательно не имеет смысла. Поэтому, судя по всему, к этому идет. И вот в этой ситуации Радамель Фалькао решил, что контракт, подписанный им с Монако, не имеет смысла и не стоит тех возможных издержек, которые влечет за собой игра за этот клуб. В частности, игра без Еврокубков, например. Ну, что-то он там себе решил. Он сообщил так или иначе о том, что хочет покинуть Монако. И вы знаете, вот сегодня на сайте Марки появилась информация, что Фалькао договорился с Реалом. Офресида. Офреса – это оферта, то есть достигнута договоренность, дано слово, иными словами. Это, конечно, газетная информация, а не официальные заявления Фалькао, либо же его представителей. Тем не менее, интересно, к чему это приведет. В остальном, полагаю, в Реале сейчас совершенно беспримерная банда собрана. И, наверное, мы посмотрим за этот атакой Бити с особенным интересом. Но почему-то попадает прямо в Диего Лопеса. Футболист в бело-зеленой форме. Паулау прерывает попытку обостряющей передачи. Ну что сразу обращает на себя внимание. В центре поля у Реала есть один футболист строго оборонительного свойства. Это Хедира. Ну, условно строго, понимаете, да? Мы же понимаем, что это Хедира. Мы его и на месте центрального нападающего видим почти в каждом матче время от времени. И перед ним Модрич и Иско. Согласитесь, что при Мауриньо так Реал не игрывал. Ну и, конечно, и Модрич, и Иско, и Азил, и
В общем, такая шевелящаяся груда мозгов на поле. Вот, кстати, и Хидира передавал нам всем привет с позиции центрального нападающего. Это явная игра в контроль мяча, потому что, ну, можно сказать, Реал прекрасно сознает свой жанр, тем самым, да, что перед ним будут так или иначе почти все склоняться, нужно будет комбинировать и прочее, и прочее, и прочее. Но я полагаю, что в первую очередь другая ситуация здесь. Это просто именно смена акцента, это игра в контроль. Посмотрим, что будет. Иско на левом фланге. Совсем на бровку оттоптал он Криштиану тем самым. Здесь вот уже семеро в защите у Бетиса, которые одного не ждут, а один там на фланге перекатывает себе ступнями мяч. Модрич. Бензема. Офсайд. Ну что ж, пока пара защитников центральных. Берки и Паулао, и вообще вся оборонительная линия Бетиса действует совершенно образцово здесь, в деле создания искусственного положения вне игры. Даже не столько искусственного офсайда, сколько просто играют дисциплинированно и поджимают атаку Реала все время как могут. Вот видите, вот они сейчас снова выходят, не отступают в штрафную. Вот они синхронно делают снова шаги вперед. И Чика следит за Криштиану. Забавно, что внимание Чики именно приковано к Криштиану, потому что Чика по-испански это девушка. Но вот сегодня это самая везучая Чика на свете в своем роде. Кстати говоря, что Криштиану вот-вот женится на Ирине Шейк. Я его очень хорошо понимаю. Как вы знаете, тур уже в разгаре. Тур цветет и пахнет. И Барселона незадолго до нашего с вами матча напомнила Леванте, откуда, так сказать, Леванте путь держал в свои славные времена последних 2-3 сезонов. И победила со счетом 7-0. Видимо, Месси в отвратительной форме, поскольку забил он только 2 мяча. И один из них с пенальти. Но, наверное, нужно дать ему время. Пока не забивал Неймар. Я почему об этом говорю, почему слегка иронизирую, подшучиваю, да? Предупреждаю, знаете, когда шутишь про Месси, нужно предупреждать. Очень многие сразу смеют это как повод для самоубийства. Ведь начинается еще гонка бомбардиров. И учитывая, что Реал и Барселона, ну, как бы, может быть, будет и не так, то на старте мы обязаны эту возможность рассматривать. Они все-таки смотрятся гораздо мощнее своих конкурентов. И это означает, что голов, наверное, будет много забито в этой гонке. И это, конечно, гонка Криштиану и Месси. И Месси повел в ней 2-0. Да, там Педро, в общем, тоже 2 забил. И пока он здесь, что называется, делит. Там, глядишь, и Асасуна что-нибудь побалует, да, с Гранадой. Но, тем не менее, первое и главное, это вот то, что происходит здесь. В матче Барселоны и в матче Реала. Кстати, я с удовольствием приглашаю вас, если, конечно, только вам не предстоит тяжеленная рабочая неделя, начиная прямо с понедельника, если, допустим, вы не баллотируетесь в мэра Москвы, тем самым ваше время расписано по минутам. Все-таки, если вы не баллотируетесь, то Севилья-Атлетико Мадрид, поздний сегодняшний матч, он обещает быть очень интересным. В атаке Бетис, вам уже забивать, и забивается. И забивается Хорхе Малина вместе с парнем по имени Седрик. Организуют гол в ворота мадридского Реала. Бетис всегда был командой с характером. А, это, кажется, какой-то помощник Анчелотти. Так вот, как все это произошло неожиданно. А неожиданный гол, он приятен всегда. Смотрите еще раз. Седрик получает мяч в центре поля. Он вообще-то левый, да, но он уходит вправо. Он идет по центру. Он находит Хорхе Малину.
Это немножечко напоминает гол, который Арсенал забил в ворота Астон Виллы. И я не имею в виду, что Арсенал потом проиграл. Это здорово. Кстати, заметим, что Седрик, ты правша. То есть, играя слева, его задача, когда он играет слева, задача все-таки сваливаться в центр, видимо. Ну, а вот этот план мы помним по Жозе, когда верхняя часть черепа отсечена тенью. Теперь это план Скарло. Ну, кстати, тем, кто интересуется первоисточниками, есть замечательная книга, которая называется «Жизнь Скарло». Замечательного писателя, безвременно от нас ушедшего Дмитрия Горчева. Она не имеет никакого отношения к мадридскому Реалу, но не столько жизненной мудрости, я вам всячески ее рекомендую. Седрик. Пошел Седрик. Ногой ближний к сопернику ведет мяч. Карвахаль так не смог вступить в борьбу. 2-0. Ну, должно было быть 2-0. Ну, куда же вы бьете, молодые люди? Когда еще доведется на Бернабеу? Хотя это Верди, он опытный бывалый парень. Смотрите. Слева и подача, а вот срезочка небольшая. Но подработал ведь. Ну как в створ-то не попасть? Четвертый угловой ворот мадридского Реала. Под штангу бил. Просто не попал Вердю. Просто не попал. И опять Седрик все устроил. Подача. Перки. Модрич играет головой в своей штрафной. Надо будет посчитать, сколько раз он это сделает за сезон. Вердю входит в штрафную площадь. Прострел. Где здесь Реал? Где здесь Бетис? Азил. Тем временем сообщается, что счет 7-0 является рекордным для Барселоны в стартовых матчах чемпионата. Думаю, что и в качестве старта нового тренера тоже это рекорд. Ничего нет в этом удивительного. Опасно. Ха-ха! Перки! Ха-ха-ха-ха-ха! Вот это номер! И что, опять не засчитано? Нет, ну это феноменально. Два незасчитанных автогола. Это рекорд из рекордов, тем более в стартовой игре. Ну здесь, конечно, офсайд. Но перки-то каков? Это восхитительно просто. Надо играть на этого парня, честное слово. Но надо на него играть. Раньше мы повторяли порке, теперь будем говорить перки. Двадцатая минута. Датчанин Андерсон ставит стенку. Вот, представляете, даже вратарь Бетиса, отличный, это, между прочим, Адриан. Даже вратарь Бетиса, и тот уехал в Англию.
По-моему, только один испанец, это Сусо из Ливерпуля, в этом году поехал в аренду куда-то в Испанию. Наверное, чувствую себя полным идиотом. Он туда улетел полный самолет испанцев, а обратно он летел один, и все стюардессы сразу присадили его в бизнес-класс, наверное. Криштиану Роналду бьет. Ну, пока не чувствуется слаженности. Надо в точности в том, как Карло Анчелотти, кто-то из его помощников, сидящий с ним рядом, жует жвачку. Не совпадают по фазе, не совпадают. Паулау. Начо. Рамос. Марсело. И по левой бровке Криштиану. Перед ним Чика. Криштиану дал Чике развернуться. Что его, конечно же, не красит. И атака аннулировалась. Пепе. Модрич. Ох, хорошо, по левой бровочке Марселу. Где перки? О, он даже не ударил, вы представляете? До этого момента перки все время бил в таком положении. А здесь почему-то, смотрите. Ну вот он уходит на данную позицию. Вот пас, да, далековато было, пожалуй, для него. Далековато. Марселу нужно было точнее сыграть на этого парня. Мяч у них тоже новый, модный какой-то. По-моему, то же самое, что и в Англии с этого сезона. Роналдо. Удар. Криштиану Роналду и след от ногтей Ирины Шейк на его левом виске. Чувствуется, не все ладно в молодой семье. И еще одна атака захлебнулась. Паулау в слабой борьбе никогда никому просто так не уступал. Ну, хотя здесь не было слабой борьбы, конечно. Извините. Чуть отвлекся, пытаюсь найти предысторию жизненную Седрика, этого парня с левого края Бетиса. Кстати, всего 21 год. Наверное, из Бельгии откуда-нибудь, ведь это бельгийская конга, так называемая. Мы уже видали оттуда разных футболистов, которые неплохо проявляли себя в испанском чемпионате. Вот, в частности, был нападающий такой в Расинге, который с тех пор рухнул в глубину третьего дивизиона. Нет, вы знаете, это парень, который давно уже играет в Испании. С 8-го года он в Атлетико Б играл 2 сезона, потом чисто с Атлетико Мадрид, но не сыграл ни разу. Потом был одолжен в Нумансию. И
после 2 лет в Нумансии он в Бетисе. А вот и 1-1. Бензема. Не нужен перки мадридскому Реалу, чтобы забивать. 1-1. Все было здорово сделано. И пас Иско был великолепен. И офсайда на этот раз никакого нет. И посмотрите, вратарь не успевает сместиться. Андерсон не успевает сместиться в ближний угол. Да нет, на самом деле сместиться он успевает. Там он запаниковал. Зачем-то стал угадывать. А к чему это нужно, непонятно. Сравнивает счет мадридский Реал, что, конечно же, неудивительно. На 26-й минуте 1-1. По правому краю прорыв у Бетиса. Там была борьба, там боролся Серхио Рамос. И нарушение усмотрели судьи. Я просто не видел, далеко был момент. Нет, ну, конечно, здесь рукой Серхио сыграл. А вот, кстати, смотрите еще раз. Нет, ну, явно вратарь здесь просто сплоховал. Позже еще вернусь к этому моменту. Сейчас Вердзю у установленного справа мяча. Хиль Мансано, новое лицо в судейском корпусе, отмеряет нужное количество шагов для стенки. Подача. Через всех мяч пролетел. Так вот, к вопросу о голе в ближнем углу. Буквально вот только что мы дискутировали с коллегами Шминковым и Гудсайтом в программе, посвященной первому английскому туру. Английский акцент. Смотрите, кстати говоря, эту программу. И речь шла о том, что вот Асмир Бегович отразил такой довольно резкий удар, но в ближний угол. И мы спорили, имеет ли смысл это считать прекрасным сейвом. Я говорил, что это за работа нормального вратаря. Но вот это работа нормального вратаря, который не справился сейчас Андерсон. Повелся Андерсон на какую-то сказочку. Метнулся за несуществующим мячом почему-то в дальний. Вот такие вот гуси-лебеди. Грубовато было сыграно в центре поля. Матильи получает желтую карточку. Смешное имя Матилья. Мать Илья. Чем-то похоже на отец Терезы. Бабушка Владимира Ильича Ленина. Заброс вперед. Грубо. Вот вы знаете, не видно какого-то акцента на комбинационную игру. Правда, возвращаясь к серьезному. Несмотря на то, что Модрич и Иско одновременно в составе, да еще и при участии Узила, ну, не видно, чтобы это как-то вот играло, сверкало и
пылала. Пепе. Хедира неудачно сыграл. Потерян мяч. Правым краем атака. Неплохо. И бить. Да, конечно. Но и удар не получился, и рикошет не стал неожиданностью. Не свезло Хорхе Малине. Криштиану. Иско. Автор голевой передачи, между прочим, в первом официальном матче за Реал. Приятно, что не все уезжают в Англию. Приятно. Азил играет направо. Здесь Карвахаль. Карвахаль пока, в отличие от Марсело, совсем не ходит вперед. Но, впрочем, против него обычно здесь действует Седрик. Поэтому нужно присмотреться к Карвахалю. Паулау. Ваут. Еще раз демонстрирую, что он вовсе неплохо работает с мячом. Собственно, и неудивительно, он в Штутгарте начинал вполне атакующим полузащитником. Потом оказалось, что с его фактурой в центре поля самое место. Я все время, знаете, боюсь подумать о неупущенной лет когда-то карьеры Дмитрия Булыкина с переводом в центральную зону. Идея не без некоторой доли безумия, да и не проверить уже, да и время вышло. Ну, когда-то посеял это в мою голову Владимир Никитич Маслаченко, и с тех пор иногда я к этой мысли возвращаюсь. Вспоминая, наблюдая за Хедирой, наблюдая когда-то за Андреем Гусиным, который тоже начинал как форвард. Писал коллега Поленов, что Хиль Мансану не новичок, он уже целый год судит, как-то не встречался с ним. Извините, пожалуйста, иногда, ну, все-таки судьи не те люди, за которыми специально следишь. Наверное, пора мне вернуться к комментированию обзоров чемпионата Испании, чтобы вся картина не исчезла, хотя бы периодически возникала перед глазами. Ну да ладно, не палатки, пробирные палатки. Уже шестой угловой у ворот Реала. Ой ты! Вот это да! Это Носа бил. У меня такое ощущение, что Реал не собирался играть сегодня с Бетисом. Он, по-моему, вышел сегодня играть тренировочный матч со своим... Ну, в общем, тренировочный матч какой-то вышел играть. Совершенно никаких оборонительных действий мы просто не видим. Отработка игры в атаке происходит. С выводом на ударную позицию центрального защитника соперника. Носа и еще раз иллюстрирует попадание мяча в перекладину. Хедира.
Кварвахаль. Снова Хидира. Кстати, вы Модрича не видели? Иско. Марсело. Вот он, Модрич. Пробить бы. Да. Удар не очень получился, но бить нужно. Тем более, что было для этого пространство и была неплохая позиция. Носа. Седрик. Чика. Заметьте, что Криштиану Роналду его, естественно, здесь не встречает. Ну, а вот Седрик перепрыгивает кого-то из-за его спины. Судя по всему, это был Карвахаль. И теперь же Карвахаль. Это Азил, извините. Жизнерадостно бежит вперед. А вот пас Бензема он назовем бездарным. Ну, вот вам цена показателя владения мячом. Все больше и больше мы с вами убеждаемся в том, что речь здесь идет исключительно о стилистике игры той или иной команды. Ну, Бетис, наверное, и сам бы не дурак подержать мяч против какого-то другого соперника. Карвахаль. Обостряющий пас на Пепе. Модрич вот вроде бы вернулся. Говорит, давайте мне мяч. Вот дали ему. Да, мы только в касании можем сказать, то, что у него на плечах висит Носа. Офсайд. По-прежнему Месси плюс 2 гола от Криштиану. Как же они здорово держат линию в Бетисе. В общем, мы не видим никакой драмы пока в лицах мадридцев. И это понятно, это правильно, потому что драма пока не происходит. Сейчас 39-я минута. Счет 1-1. Немало свободных мест, кстати говоря, на трибунах. Плохой симптом. Реалу очень важно продавать билеты, как и любому другому большому клубу. Инфострада сообщает, что забив сегодня, Бензема стал футболистом, который забивал во все месяцы, когда проводится чемпионат Испании. У него только нет голов в июле, когда не бывает игр. Но вот август стал последним месяцем. Были времена, когда в августе вообще случалось, тоже не бывало матча. Лига стартовала либо в последний уикенд августа, либо в первый уикенд сентября, то есть на стыке. Но сейчас из-за чемпионата мира, да и вообще просто из-за устоявшегося чувственного графика мировых турниров, все немножечко меняется. Когда-то Бундеслига стартовала первая, а теперь в один уикенд с Францией. Даже удивительно. Куда катится мир?
Седрик, да у вас звездняк. Рановато бы с судьей-то хвататься, соприкасаться. Ну, отсюда не видно, было ли нарушение. И, честно говоря, по ходу с событиями тоже это не показалось. Надеюсь, будут еще повторы. Мы-то никуда не спешим, мы разглядим. Седрик, лучший игрок первого тайма. Жаль, он располагается дальше, как Криштиану. А, вот это же Криштиану отобрал у него мяч. Пришел поучиться, наверное. Как обострять на краю. Азил. Криштиану по центру. Справа Иско. Получает мяч. Нет, для офсайда. Есть офсайд. Не знаю, сколько было отменено голов у Барселоны, у Реала уже 3. Валери же во дворе 3 корнера пенальти. Может быть, 3 отмененных гола все-таки за один сойдут. Вот повторяют на момент с Карвахалем. Я, честно, затрудняюсь классифицировать момент. Давайте, вы все видели сами. Судья пенальти не назначил. Его поругаем. Или, может быть, давайте вместе скажем, что он полностью прав. Вместе у нас не получится сделать ни то, ни другое. Мне кажется, игровой момент. У Реала 7 офсайдов, у Бетиса 7, по-моему, угловых. Каждый играет во что он может. Рамос. Заброс вперед на Криштиану. Здесь все прыгают. И никто не касается мяча, кроме голкипера Андерсена. Носом. О, какой пристойный удар. Еще раз мы видели эпизод, на сей раз с зерном в экране, но для того, чтобы его увеличили, надо играть дальше. Вердион пытался пойти в обыгрыш, удар! Забирает мяч Лопес. Ну, зачем разводить руками? Мяч остался у вас. Провели атаку, ударили. Это называется заигранно. Вот же Хуан Фран. Пробил, никто не мешал. Это был Хуан Фран или Хорхе Малина? Это был Хорхе Клубника. Хедира, ну-ка пробить. Нет, это пас. А это пас для контратаки Бетиса. Прекрасно играет Реал. Кубинирует за себя и за соперника. Ну правильно, Пертиш забивал за чужих. Седрик. Вдоль ворот вынес мяч. Снял с ноги у Хорхе Малины Пепе. А где Карвахаль? Кстати говоря. Где-то ведь должен быть Карвахаль. Восьмой угловой будет тем временем. Ну нет, здесь ничего не было абсолютно. Врезался бы в Вердио в Рамоса. Седьмой угловой. Ну, вот теперь сравнялись. 7-7 по офсайдам угловых. И 0-0 по ним же. Только в обратном порядке. Удар по воротам носа. Каждый раз перекладины не будет. За шансы надо цепляться. 45 минут сыграно. Еще одну добавили.
Перки. Нельзя играть вперед. Успели Иско. Вообще Бетис хорош. 1-1. Мы видели уже 5 голов в первом тайме, на самом-то деле. И вообще все это смотрится и выглядит довольно-таки весело. Будем надеяться и ждать второго. Карло Анчелотти и Пепе Мель пошли объяснять своим, как играть дальше. Перерыв.